have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Тунике. Очередной раз я сейчас завалил этих двух ребят. Не знаю, кстати, что насчет этой маски, я в прошлый раз ее одел и забыл, а сейчас я сейчас ее вспомнил. А для чего она мне? Я же так и не читал. Может быть, кстати, нам что-то об этом скажут, например, вот здесь. Так, не бьет, но жжет волшебное эхо. Маска падальщика, видите, она подчеркнута и... Почему-то это единственный предмет, который подчеркнут. Наруч, настойка. Больше урона, меньше защиты. Кстати, а что у меня сейчас? Оу, не то. А это, наверное, на скорость влияет. Давайте я вместо маски все равно пока что вот эту штуку одену. Больше урона, меньше защиты. Я понимаю, да, но во всяких сомнительных моментах я сейчас буду все равно включать бессмертие. Я вот сколько раз уже говорил об этом, повторю сейчас еще раз. Эта игра, она... Как-то она не про то, чтобы... Ну, да, про драки, конечно, все дела, и тут есть трудные моменты, но моменты иногда абсурдно трудные, и... Я думаю, что разрабы это сами прекрасно понимают, за счет того, что они дали вот этот момент бессмертия. Эта игра гораздо больше... Блин, посмотрите, какие там поля внизу. Ох ты ж, ё... Вот про что эта игра. Она про исследование, про эпичность, про скрытое хранилище, про историю. Очень интересная, очень увлекательная и очень не хочется... задерживаться где-то на каком-то моменте, застревать. Хочется увидеть дальше, пойти дальше. Так, померло. А, вон, вот эта штука задняя надо будет, скорее всего, да, вот это? Кстати, посмотрите дверь. Это такая же дверь. И она открылась. Сохранимся. Прокачать я точно ничего не могу. Сто пудов я что-то наверху забыл. Возможно, кстати, у меня такое ощущение, что пятерка это максимальная прокачка. Посмотрите. То есть получается по 4 столбика. Или... Просто у меня максимально 3 на 5 и 3 на 3, но ничего на 6. Это вот или совпадение, или вот пока что просто так получилось, я не уверен. Черт, дороги две все равно. Не, дорога туда идет. Дайте я сначала туда схожу назад. И вместо динамита, может быть, вот так вот сделаем. Потому что могут телевизоры прилететь. А если прилетят телевизоры, мне проще будет их так расстреливать. Тут открылось у нас... Да, я могу сюда зайти. А, да? А это будет как раз последнее недостающее? А я не могу отсюда выйти? Серьезно? То есть это портал сюда, но я не могу отсюда выйти. У меня все равно ощущение, что мне не хватает какого-то скилла, какой-то обилки. Ну хорошо, у нас тут есть или перемещение, оно пока что бесполезное, но возможно в будущем, я же говорю, внизу телевизоры эти летают. Они же запросто могут и наверх подняться. Пойдемте посмотрим, что тут может быть. Да? Сколько у меня денег? 800? Ёлки! Это мне полжизни сняло! Ногой...
Ну, дэмэдж у него, конечно, просто 100-500. У него еще и... Смотрите, по какой площади атака! Ну, вы поняли, да? Просто нет. Я хочу посмотреть, что дальше. Я не хочу сейчас тратить время на то, чтобы... Ну, то есть, явно он очень крутой, он очень жесткий. Я на нем просижу очень долго. У него страшные атаки, которые снимают там по полжизни, и они массовые, все дела. Так, чувак, во-первых, я заберу свои деньги. А ты свой же динамит подрываешь? И опять, смотрите, я ему наношу... Ой, да, его же динамит подрывает. Смотрите, сколько я ему наношу. У нас повторяется история, как с каменным стражем. А это, кстати, я третью детальку сейчас заберу. Оп. Да ну блин, это атаки просто чудовищные. Он с каким-то лазерным мечом. Фишка в том, что здесь боссы, на мой взгляд, абсолютно не сбалансированные. Они и сильные, и быстрые. То есть, ну, такого не должно быть. У тебя босс или сильный, или быстрый, или что-то такое. А тут они все могут. И он уклоняется от тебя, то есть у тебя окна на контратаку вообще нет. Я сейчас с бессмертием и до сих пор не могу его ушатать. Я за ним бегаю, блин, как, не знаю, как собачка какая-то. Хотя я лиса. Вот. Он и динамитом, и мечом, и прыжками, и отскоками, и массовыми атаками, и щит у него есть, и все у него есть. Ну, то есть, реально, ребят, ну это же... Для любителей страшного какого-нибудь челленджа, которым прям охота себе жизнь попортить, то да, это очень сильно подходит, но для меня лично эта игра не про то. Ну так, ну ладно, я заберу. Ну да, конечно, чё. Один под землей, один в небесах. Погодите, глубоко под землей, это значит не у пауков, это значит здесь. Ну, по сути, у меня есть все три. А куда теперь? Мне, кстати, книжечка ничего об этом не скажет. Есть, да, сюда попасть, это мне рассказали, туда, это тоже вроде как... Вот, дверь в горах, да, у нас осталось... У нас есть еще какая-то комната с загадками прямо в центральной первой локации. У нас есть еще куча всего. Займи свое законное место. Тайное место встреч, западный зал, восточный лес, великая библиотека, восточный... Почему восточный лес здесь дважды упоминается? И что это такое? Тайное место встреч. Короче, не знаю, что дальше. Пойдем назад. Погодите, а я отсюда по-другому-то никак и не выберусь, если на то пошло. Только телепортом. А что мне теперь с этим делать? Это, конечно, все классно. Но куда мне теперь? Давайте я схожу, может быть, мне подскажут здесь. Я там пройти никак не могу, вот в чем прикол. Я просто не знаю, как мне выбраться назад. Вроде как меня не выпускали. Пойдем посмотрим. Скрытое хранилище. Я пока что, честно говоря, вообще без понятия. Кстати, у меня динамит плюс 3. Видимо, мне где-то еще пошел бонус какой-то. Посмотрим.
Давайте тогда, чтобы много времени на записи не тратить, я сейчас нажму на паузу, потом как выясню, как отсюда выбраться или что-то еще новое будет. Может, как-то на этом. Ладно, тогда уже продолжим. Кстати, интересный момент. Я решил сюда вернуться на тот случай, если, ну, главарь, он же, типа, оставался сидеть тут. Я думаю, может, мне его как-то оживить вот этим вот путем, вот таким вот как-то, или что-то с ним сделать. Я пришел, а он исчез. Вот там внизу, кстати, есть такой порожек, как будто туда можно спуститься. Но камера, во-первых, не поворачивается, во-вторых, блин, ну... Смотрите, какой-то то ли посох, то ли что-то. Вот. А зацепиться я ни за что тут не могу. Мне камера предлагает сюда посмотреть. А что... И что тут сделать? То есть я приближаюсь и тут... Ни на каком краю это больше не срабатывает. То есть... Что-то тут может быть еще сделать. Нет такое ощущение, что я что-то упускаю. Особенно вот здесь. Но я не могу там ни за что зацепиться. Но я не могу ни на чем зафиксироваться. Что делать дальше? Ладно, посмотрим. Ладно, ребят, я сам себе понапридумывал. Я просто сейчас туда-сюда мотнулся, сохранился. Вот тут посередине этот чертов проход я искал по всем углам, как можно пройти, как можно выйти, и динамит кидал, и все. А он просто посередине. Это, собственно, наш единственный выход отсюда. У нас одно место осталось неоткрытым, вот здесь, которое... И мы не знаем, куда и что. Так, а в принципе, что нам надо? Давайте полистаем. Разрушенный атолл. Да, снежная. Для этого нам нужно в центральную. Еще неплохо бы к колодцу какому-нибудь пойти. Я не помню, где центральная. Давайте методом научного тыка. А, кстати, а наверх что? А, я сюда ходил, точно. Что, блин, извините? Меня сюда пропускают теперь? Да? Посмотрите, сколько тут вещей лежит. Я не знаю, это то, что мной собрано, или то, что наоборот, мной не собрано. А, может, помолиться там надо? Погодите. Че, я туплю. Вот, она мне аплодирует. Но ничего не происходит. Она мне машет рукой. И когда я молюсь, она одобрительно кивает или хлопает. Но при этом ничего не происходит. Это чертовски интересно. Тогда у нас есть еще шахты. Есть одно местечко, куда я в шахтах не заглянул, не прошел туда через мост. Есть. Это куда? Это не сюда. Будем сейчас вспоминать. Я не помню, для шахты у нас же вроде тоже должен быть телепорт. Сейчас будем щупать, где он что находится.
Да, собственно, вот шахты. Давайте я сейчас туда, чтобы глаза вам не калечить, туда добегу до того места. Если там будет что-то интересное, мы включимся. Если нет, тогда продолжим дальше, потом уже. Не, народ, именно из-за того, что ни чертища не видно, я в прошлый раз так и не понял, что дальше по этому мосту пройти невозможно. Тут стоит вот этот паровоз, поэтому возвращаемся. Я, кстати, подумал, что, возможно, вот сюда, в центральную сейчас подойти, я смогу что-то сделать. Тут этот меч висит. Но тут до сих пор ничего не происходит. Я ничего не могу с ним сделать. Ладно, возвращаемся. Там показано, что три... Смотри, сейчас еще раз туда свалю. Показано три вот этих вот восьмиугольника на полу. Ну, то есть, имеется в виду три элемента, которые у меня есть. Что я с ними должен сделать и куда должен отнести? Вот с чем нужно разобраться. Но опять же, у нас есть еще снежный проход, с которым я не разобрался. Так что я все-таки предполагаю, что возможно нам туда. А из таких мест, где мы еще не были? По-моему, мы были уже везде. Погодите, а вон там? А, тут у нас батарейка была. Эти площадки, в общем, когда заряжаешь батарейку, она уезжает вниз. Эту площадку потом очень легко перепутать с порталом. Они все-таки отличаются и по цвету, и всякое такое, но иногда вот так вот мельком взглянул, и можно перепутать. С этим ничего не поделаешь. Блин, я найду сегодня центральный кусок карты или нет? Наконец-то. Надо найти колодец. А, да. А, пока мои эксперименты заканчиваются, я выключаю бессмертие. Не то, чтобы мне тут что-то угрожало, но все же. Надо повспоминать, где тут что вообще находится. Я позабывал все к черту. Попал, поздравляю. А вот эти штуки, они... С ними ничего нельзя сделать? Они никуда не уезжают? Хорошо, нет так нет. На самом деле не проблема. По-моему, колодец был... Да, вот здесь вот он. Сейчас мы с вот этим вот чувачком поговорим. Не то. Вот так, вот так. Вот так. Третий слот, серьезно? Ну, давайте сюда маску запихну, потому что я не знаю, что она делает, заодно и протестим. Блин, он, конечно, выглядит в этой маске, как ушлепок какой-то, но все же. Давайте теперь думать, как нам... А, я же говорю, у меня такое стойкое впечатление, что нам чего-то не додали. Мы что-то не умеем делать. Давайте тут сохранимся. Чтобы нас, по крайней мере, далеко не отбрасывало. Теперь, куда мы можем? Стоп! Вот, три штуки я собрал. Куда мне их? Смотрите. Следи за шкалами. Это понятно. Совет по выживанию. Нет, но вот эта вот картинка на 25-й явно показывает, куда нам надо, но я не помню, где это. А может быть, и не знаю. Не помню это, конечно. Так, мы вроде как сейчас на верном пути. Давайте сюда. Мне кажется, вот это вот нас ведет куда нужно. Да, 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 да. Три штуки. А, черт, я же хотел на снежный... Ладно, хорошо. Вот сюда мы водружаем три элемента. Все, понял. Блин, ну вот...
Джойстик, успокойся. Это я только один водрузил. А, он будет по очереди их снимать. Теперь типа синий и потом зеленый или неважно. Это интересно. Вторая скоба падает. И зеленый снимет третью скобу. И что нам это? Кстати, очень символично, что и жизнь, и выносливость манна у нас три цвета, что все тут замешано на трех цветах. Тогда все. Погодите. Вот-вот-вот, и я о том же, у меня ачивка приехала. А сейчас-то что? Я как раз задался себе этим вопросом. А сейчас что? И приехала как раз ачивочка. Тут он синим. Тут будет выделяться красным? Нет, тут тоже синим. Не знаю, доминирующая часть вот этой спиральки, она синяя. Хорошо. Тут у нас просто был какой-то шорткатец или... Я даже не помню, куда мы тут выходим. Я помню это место, но я не помню, куда мы выходим. Так, там был сундучок. Боровичок, да. Ух. Ну, так-то... Да, снежная локация. Как мне к ней выйти? Ну, может, залезем, спасибо. Куча денег. Так, по карте я сейчас... Я не помню, где переход к зимней локации. Давайте, да, давайте я сейчас туда пройду. Было бы логично... Нет, это меня ведет сейчас к магическому посоху, да? Да. И здесь... Так, 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 так. Она не срабатывает. Я сейчас попробую еще раз. Вверх. Так, 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 так. Так, 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 так. Я сделал оба... Но нет. А, вот зачем оно здесь. Чтобы я мог просто свалить. Я думал, зачем тут этот крюк находится, и теперь стало более ясно. Я не помню, как я попадал в снежную локацию. Вот в чем прикол. Я туда один раз попал как-то рандомно, но... Но я не помню теперь, как туда вернуться. И опять же, у меня не появилось никакого ни длительного прыжка, ни дропа, ни телепортации, ничего. Не-не-не-не-не, забудь. Забудь об этом.
Давайте я в магазик схожу, посмотрю. Пока что. Прикиньте, у него бутылка сейчас появится там за какую-нибудь 1000. У меня есть 1000, у меня есть 1000. У него есть монета, кстати, которую я бы купил. Так. Ну. Из прокачки. Прокачки у него ничего нет. У него есть бафы. Лисенок вот этот вот. До сих пор не знаю, что он делает. Я очень многие вещи из них не использовал, потому что я не знаю, что они делают. Я куплю монету. Вот. И как раз там снаружи на улице колодец. Я пойду закину. Я не знаю, что будет, но... Я так понимаю, каждая следующая монета добавляет какие-то хорошие бафы. Или же они работают как-то через одну. Вот тут я тоже не уверен. Я потратил все свои деньги. Я хотел сохранить 1000 на какие-то апгрейды, но у меня нету апгрейдов. Я такой, опа, а солью-ка я все деньги здесь. А, это я открывал. А там внутри у нас... Не знаю, что, ну то есть, вот не знаю, оно дальше не идет, ладно. Пойдем закинем все-таки монетку, где она у нас тут, возьмем вместо магического посоха. Че-то я с неполными жизнями хожу, у меня есть бутылки. А тут оно, кстати, не будет работать? Не-а, не хочет. Мне кажется, или... А, нет, мне кажется, это такая текстурка. Я думал, что там между кроватью и тумбочкой запрятан какой-то то ли конвертик, то ли что-то такое, но нет. Дружище, иди сюда. Такая твоя доля, стоять возле колодца и получать. Теоретически ничего не случилось, значит, оно через каждые две или три монеты... дает баф, не баф, непонятно что. Еще мы киллы героев, еще. Короче, ладно, ребят, я подумаю, что нам дальше делать, и тогда давайте продолжим уже в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.